Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Петр. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием «Один из нас». Это обновленная версия, вы точно это знаете. Ну что, Билл, погнали? Ну, все нашли? Мы готовы. Сэрли, пошли. Не оставляй дверь открытой. Ладно. Нужно перебраться в то здание. Давай, по лестнице. Только не отставай. И как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Нужно было их просто там бросить. Он правда какой-то странный. Можно я посмотрю? Там нет ничего нужного. Давай, бери, что хочешь. Спасибо. Окей, продолжаем. Набрали мы всякого ненужного, как он говорит, но для нас это все-таки полезно. Пилюли и а все остальное. На этот раз влип? И где ты? Подрядился кое-что доставить. Что доставляешь? Эту соплячку. Да пошел ты. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Нахрена мы с ним связались? Куда мы идем, Билл? Другое убежище. Там склад оружия. А мы не хотели чинить машину? Мы? Билл, слушай. Я же сказал, детали в другой части города. Я туда никогда не хожу, потому что там зараженные. Нужно оружие. Эли, что ты делаешь? Ищем мы патроны, все остальное, всякую фигню. Оба, бита. Не-не-не, у нас, конечно, оружие получше, чем бита это. Можно подхилиться. Окей. Блин, да что это за крики такие странные? Где-то там слева, да. Пошли, пошли, Билл. И ты, Эли, не отставай. Все охренели, блин, все меня не слушаются. Что у нас тут? Ничего. Даже секретки нет никакой. Тише, тише. Один внутри. Я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей вода. Она занята. Ну да, занята. А мне так... кажется, что вы, голубки, того. Может и так. Фу, блин, нахрен. Валим, валим отсюда. Ну, черт. Какая жесть. О, нормально. Так, что у нас? Что это? Что это? Слушай, а почему бы не починить эти машины? Ты юный гений? И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Ой-ой-ой-ой. А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Начинается. Чего вы орете? Блин! Как же так? Черт. Да пошел ты нафиг! Пошел! Блин, здесь только рукопашный бой решает. Нахрен, нахрен, умри, умри, он нахрен, умри, блин, нет, черт, черт, окей, все, сдерживаем всех. Да что ж ты так двигаешься странно? На! Да все со мной нормально. Пошла нахрен! Блин! На! Что это было? Так, бери быстрее. Охренеть. Ну ладно. Еще раз проверь баррикады. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Ты все понимаешь. Нужно взять все припасы со склада, да, и оттащить к восточной изгороди. Сам собой. Снова. Да. Потом ты... Билл! Джоэл, сюда. Так, возьмем бутылку. Нет, не-не. Нахрен бутылку.
принципе, то, что Билл говорит сам собой, это неудивительно. Я тоже сам собой говорю постоянно. Так. Ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Обычные люди куда страшнее. Уж ты-то должен понимать. О чем он? Неважно. Думаешь, не откроют? Ну, ключа у них нет. Куда нам? Пришли, нам в погреб. В погреб? А, понятно, сюда. Да, все-таки место хорошего чувака. Да, нормальное. Ну, давай. Теперь сюда. Ну, пришли. Чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего? Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Ладно. Буду просто ждать, пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Ну, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Типа партнер. И я носился с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засрака. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе бок. Давай просто закончим это дело. Держи. Давай закончим. Окей, дробовик, да, новое оружие. Кое-что показать. Что это? Моя новая игра. Ого, и что там? Пошли посмотрим. Здесь можно, блин, очень много чего исследовать, ребята. Вот как раз сейчас мне надо походить мне и посмотреть на все это. Что? Это бомба с гвоздями. Осторожно, с ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Вот еще новое оружие. Класс. Угу. Это мощные бомбы вызываются при приближении к противникам. Окей. Можно их размещать. Бомбы у нас есть, только нахрена они? Время от времени через город проезжают военные. Ищут припасы и снаряжение. Но не видят даже того, что под носом. Короче... Несколько месяцев назад они тут проезжали, и на них напала толпа зараженных. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. Аккумулятор еще там. Значит, берем батарею и ставим в машину. Бинго! Я хотел его добыть, но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка. А если она дохлая? Эта машина как танк. Аккумулятор жив. Может и получится. Наконец-то, блин, я нашел верстак. Так. Теперь можно прокачаться. Так, мы обычно стреляем из этого пистолета. Не, хотя... Давайте пока не будем пистолет качать, мы прокачаем то, что нам действительно важно. Вот винтовка, например. У нас всего детали где? Сколько? А у нас инструментов нет, черт! Можно только пистолет прокачать.
Ну, давайте начнем пистолет вот этот. Емкость магазина, скорострельность. Давайте скорострельность прокачаем. Емкость магазина. Ну и все. И пока что еще ставим. Очень даже неплохо. И будем ходить теперь с этим пистолетом. Вот так. На него патрон больше. И стреляет он быстрее. Отлично. Ну а, ребят, с вами буду я прощаться уже. Будет так у нас не очень длинная серия. Блин, а вот и инструменты. Супер. С вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.